Ловись, рыбка большая! О, здорово! Бегом! Лупкин! Эй, а чё ты? Уплываем! Что за фигня нафиг? Почему он плывёт за... Лупкин! Жаль, конечно, этого добряка. Что? Что у вас здесь происходит? Ничего, Владус, я просто свинку кормлю. Ой, чё, здорово, все нормально нафиг? Отдавай свинью! Куда ты ее забрал, ну, Басина, зараза, ты что делаешь? Нормально. Куда? Меня, не надо ее кормить! Ты что, Нупкин, придурочный, что ли? Ты что, ее собрал с этой морковкой кормить? Свинка, тормози! У меня нет слов. Да все, я все выкину, это мне не надо. А что это, как ты? Отдай-ка мне его. В смысле? Сейчас мы сейчас все сделаем, Нупкин, ты что, дурак? Нет, Нупкин, ты что сделал? А что, правда дом убрал? Я так во всей деревне сделал, видишь? Вижу, ты чё, дурак? Ребята, а может вы остановитесь ломать этот Майнкрафт? Может быть. А может и нет. Смотри, мой друган Нупкин вон чё делает. Он что, взял свинью и теперь идет по стене вверх? Ну да. Чё, не видно? Да видно, видно, Лёнь. А ты зачем овечку подстриг? О, нет, так это... Да, Нупкин, отдай шерсть, не надо ее есть. Лёня... Ты дурак, Нупкин! Я тебя подстриг, лошара! Не отдам! Нет, не отдам! Ну, зато ты похож теперь на Сиджея. Кто такой Сиджей? О, мадо! Ладус, я правильно понимаю, что если кота привести к Криперу... Да, Крипер его будет бояться, а ты зачем его запер? Бежать-то ему некуда. Будет бежать вверх. Это Крипер небоскреб. Ё-моё, Лёнь, ты чё, ты нафига его расплющил-то вверх? Ну да хочу, я хотел провести эксперимент. Провел? Да, теперь рыбачу. О, здорово! О, кальмар! Что? Кто здесь, кальмар? Это ты меня так назвал? Что ты делаешь? Куда нам? Не понял. Все полетели! Давай, кальмар, в дальние страны! Это мой друган Нупкин. Лёнь, твой друган это с ума сошел. Что ты делаешь? Зачем ты все вещи лисе скидываешь? Ну наконец, Нупкин! Нупкин, сколько раз говорить, не скидывай ей этот шиповник! Что она меня схватила? Нупкин, помоги! Сейчас! Я тебя спасу, друг! А нет, не спасу, ты сдох уже. Блин, чё смотришь? А? Иди отсюда. 5 минут спустя. Нупкин, давай помогай, блин, а то с голоду помрем. Да, ребят, а вы чё? А, стоп. А... Нупкин. Все нормально, сейчас покушаем. Кого покушаем? Как ты только что рыбу посадил в землю, да, и да, ты да, хочешь да, ее сейчас... Есть. Я уже съел. Все нормально, Владос, не переживай. Все будет чики-пуки. Пойду посажу другую грядку. Придурочные. Вот это я понимаю, грядка для настоящего мужика. Еще 5 минут спустя. Леня, ты куда идешь? За алмазами. Блин, булыжник закончился. Нупкин, есть булыжник? Нету, но есть кое-что получше. Куча ненужных вещей. Пошли, Ленчик. Стоп, ненужные вещи? Ты серьезно? 2 куска мяса, лодка, перо. Нупкин. Все нормально, вот хлебушек сейчас. Мы уже практически добрались. Это мой друг Нубас. Давай копай алмазы. Блин, я не думал, что он тупой. Да ладно, Лёнь, правда не думал. И что здесь не так? Ну он... Он даже не надел золотую броню перед тем, как пойти за алмазами. Дурак. Чего? Ну, Бас, помнишь, в прошлом ролике мы катались? Конечно, помню, Лёня. Так вот, знаешь, что в комментариях писали? Ролик угарный, 3 часа ржало. Было смешно. Класс, я обожаю читать комментарии! Нупкин, ты что сделал? Сейчас что-нибудь поймаем! Не-не-не, Нупкин, стоп! Блин! Зараза, не то было... Здорово, пчелка! Теперь у тебя больше нет крылышек! Ну, бас! Смотри, что я сделал! Крылышки оторвал! На! Ты что сделал? Нет-нет-нет-нет-нет! Нафиг, зараза такая! Давай пока, ну, бас! Ты теперь пчелка! Ты твоя свинюшка. Помимо того, чтобы написать комментарий, поставь сейчас лайк, если ты считаешь, что они немножко это... Итак, лайфхак! Ты зачем громоотвод в корову поставил? Для того, чтобы... А! Зараза! Сработало! Чего? Почему на ней огромный гриб? Блин, что-то я проголодался. Сейчас поем немножко. Нет-нет-нет, ну, Бастер, ты подожди. Ты же сейчас становишься огромным. Зачем ты ешь андерняк? По сути, вкусно. Это мой друган. Смотри, какой он большой, здоровый качок. Он не качок, Лёнь, он не качок. Он просто там эндер-дракон. А, сейчас мы разберемся с ним. А как это сейчас, собственно, было? Я похудел.
Я заметил. Че, ну пас, опять рыбачишь, надо тебе помочь? Нет, Лёнь, я сам справлюсь. Вот, смотри, рыбка. И что? Сейчас мы ее оседлаем. В смысле оседлаем? Нубкин, ты че, дура? Все, рыбка, Нубкин, поехала. Не надо се... 10 минут спустя. Всем привет, друзья, это пранк. Сейчас, пока Нубас спит, я его отнесу в зад. Лёнь, ват. Не вмешивайся в мой пранк. Ладно, ладно, Лёнь, относи куда хочешь. Сейчас, смотри, готов, нафиг, сейчас. Ну что будет с кроватью в заду? Конечно же, она сорвется. Очень смешно, Лёня, браво. Я просто похлопаю. Мне вот сейчас вообще не смешно, зомби идет в мой дом. А зачем ты его ведешь-то за собой? А, там Нубкин спит. Пока, Нубкин. А что, так можно было, да? Я очень люблю пчелок, на, держи цветочек. Очень любишь, особенно учитывая то, что ты им крылышки обрезаешь. Не понял? Я тоже не понял, Владус. А что с цветочком, это что, он корни пусть? Я ухожу отсюда. Че нафиг? Лёня, тебя цветочек свалил только что. А я не расстраиваюсь, я буду рыбачить. О, Лёнь, я помогу. Давай, помогай, помогай, давай, конечно. Вместе веселее же. Мы сейчас выловим что-нибудь интересное. Я деревню выловил случайно всю. Ты дурак? А что делать-то, я не знаю. Вы что, совсем придурочные? Сейчас я Кешу покормлю, и все будет нормально. Чего вы расстраиваетесь? Ребята, я хочу, чтобы вы лайк поставили просто. Я не знаю, эти... Что ты собрался сделать? Это Кеша? Нет, я Кеша. Кар! Ты что, совсем что ли, Нубкин? Нет, 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 ты не попугай! Уже поздно! Это в прошлом, Владус. В смысле, в прошлом? Нужно жить настоящим. Забудь про прошлое и порхай, как бабочка. Нубкин! Иду, Лёня, иду! Чё, чё тебе нужно? Нубкин, скорее! Стоп, ты что, по воде ходишь? Лёнь, ты достал меня просто так звать, всё, я поплыл. Дурацкие вопросы. Ребят, как бы вы ничего не хотите? У вас все нормально, да? Нет. У меня да. Оно и видно. Лёнь, хватит, может, дерево рубить. Так мне нужно дерево, вон Нубкин мне помогает сейчас. Заклепали меня, вот, все. Плюс один, отлично. Так, что бы сделать? О, сейчас. Минус три. Блин, ой, черт. Владус. Загрелся на меня. Мне страшно. Минус четыре. Владус. Хорошее дерево. Блин. Лёня, а ну иди сюда. А, нет, 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 Нубкин, нет. Лёнь, отличная идея, давай поставим тортик для подписчиков. Это будет бесплатная зона с тортами. Ну, бас, угощайся. О, тортик, я обожаю тортик сейчас. Наесть-то не могу, что-то. Зараза. Ну, бас, ты что сделал? Нет. Ты сломал торт! Ребята, сейчас подпишитесь на канал, кнопка подписаться здесь на экране и посмотрите следующее видео. Это жесть. Подписывайся.